кермом свого недешевого автомобіля Максим проводить кілька годин на день. Їздить на роботу, у сімейних справах, іноді у відрядження. Як водій зі стажем знає, не всі автовласники мають хоча б звичайну страховку. Тому за сюрпризи на дорозі не завжди можуть розрахуватися. Я приверженец классической страховки КАСКО и постоянно страхую автомобиль по ней. И это каждый раз достаточно стрессовая ситуация, потому что сумма страховки для моего автомобиля порядка 50 тысяч гривен. Максима мы попросили протестувати новый додаток КАСКО ФОЮ для оформления автомобильной страховки. Цікаво, что он скажет. Можливо, найде выгоднейшую пропозицию. Тем более, что тестовый период программы не обмежений. Все ездят и используют автомобиль по-разному. Исходя из этого, мы предлагаем индивидуальные условия для каждого. Аккуратнее едешь, меньше платишь. Система учитывает погодные условия, аварийность на дороге, манеру вождения каждого водителя и, исходя из этого, предлагает индивидуальный тариф. Водитель сам решает, что страховать. Можливо, страховка від угону, під час стоянки або навпаки, під час руху. Мне понравилась функция «Плати, когда едешь». Когда ты платишь за страховку только во время использования автомобиля. И очень хорошая идея получения дополнительной скидки, если ездишь по правилам. Оплата за страховку під час руху списывается с банковской карты. Адже водії всі різні и зобов'язані платить по повній, коли за кермом проводять неповний день. Саме тому купівля КАСКО через додаток може зекономити до 70% коштів.